столице 14 часов. Мы продолжаем рассказывать о главных событиях в стране и мире. С вами Динара Саду. Добрый день. Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Руслан Жаксылыков, доложил главе государства о боевой подготовке войск, осенней призывной кампании, мерах по укреплению дисциплины и безопасности на воинской службе. Глава профильного ведомства рассказал также о том, как исполняется государственный оборонный заказ и модернизируется военная инфраструктура. По итогам встречи верховный главнокомандующий Касым-Жомарт Токаев поставил перед министром конкретные задачи. Он поручил активнее взаимодействовать с отечественными оборонными предприятиями и развивать территориальную оборону. Цифровые проекты, направленные на исключение приписок и повышение охвата казахстанцев образовательными и медицинскими услугами, рассмотрели в правительстве. Заместитель премьер-министра Тамара Дусенова рассказала об апробации системы ваучерного финансирования в дошкольных организациях Тараза, Шымкента и Туркестана. По ее словам, предварительный результат показал реальный эффект. Систему планируют масштабировать по всей стране. Положительный опыт цифровизации наблюдается и в рамках проекта «Социальный кошелек». На сегодня к нему подключается больше 700 государственных аптек, функционирующих при поликлиниках. Цифровой механизм применяют и для обеспечения бесплатным питанием детей в 200 школах страны. В следующем году с помощью социального кошелька планируют распределять спортивные и творческие заказы, а также путевки в детские лагеря. Министерство финансов также реализует проект онлайн-бюджетный мониторинг. Он помогает отслеживать исполнение госбюджета, планирование и расходование средств. В результате в госказну уже вернули больше 4 миллиардов тенге. С 2026 года Казахстан планирует добывать свыше 100 миллионов тонн нефти ежегодно. О мерах, которые позволят полностью закрыть потребность рынка, рассказал сегодня в ходе правчаса в Мажилисе глава Минэнерго. По словам Алмасада Масаткалиева, выработка нефтепродуктов вырастет за счет реализации крупных проектов. Расширение только Тенгишевройла обеспечит прирост добычи на 12 миллионов тонн в год. На Кашагане и Карачаганаке строят газоперерабатывающие заводы. В целом добыча нефти на трех крупных проектах будет составлять 70% от всей выработки в стране. Увеличат производственные мощности на отечественных НПЗ в Шымкенте, Павлодаре и Атырау. Это позволит полностью покрыть потребность рынка в бензине, авиационном и дизельном топливе до 2035 года включительно и экспортировать избыток ГСМ, заявили в Минэнерго. С начала года производство нефтепродуктов в Казахстане составило 11 миллионов тонн. Прогнозный объем до конца года 14,5 миллионов. К 2032 году по планам ведомства этот показатель должен вырасти почти до 24 миллионов тонн. Добыча нефти на трех крупных проектах составит 70% от всех объемов добываемой нефти в стране. Инвестиции составят 17 миллиардов долларов. В 2029 году первая добыча ожидается на месторождении Каламказ-Хазар. Вместе с тем, в геологоразведку перспективных участков в ближайшие 5 лет планируется инвестировать 5 миллиардов долларов. В общем, инвестиции в крупные месторождения страны к 2030 году составят 21 миллиард долларов. Разработаны меры поддержки действующих месторождений. Это внедрение новых технологий и налоговых льгот для недропользователей. По Зуму к нам подключается ректор Атырауского университета нефти и газа Гульзада Шакуликова. Здравствуйте. Добрый день. Давайте вот с вами обсудим ситуацию по кадрам в нефтяной сфере. Да, скажите, как у нас сейчас обстоит ситуация, какие специалисты сейчас востребованы и как подстраиваются под производство вузы? Добрый день. Благодарю вас за приглашение в эфир. На самом деле мы понимаем, что нефтегазовая отрасль, она была и на ближайшее время останется основным донором нашей экономики. И Атырауский университет нефтегаза Миниса Фиутибаева располагается в индустриальном центре, в нефтегазовой столице Казахстана, понимая все вызовы, с которыми встретятся высшие учебные заведения в плане подготовки кадров. И в соответствии с концепцией развития науки и высшего образования Республики Казахстан на 23-29 годы Атырауский университет в настоящее время трансформируется в индустриальный университет. Индустриальный университет – это прежде всего потребности крупных компаний, которые находятся в Атырау.
какие компетенции им необходимы, как нам нужно перестраивать их академические программы. Это то, что находится в фокусе у руководства нашего вуза. И мы хотим сказать о том, что 3 года назад на базе университета был создан индустриальный комитет, который представлен первыми руководителями всех крупных производственных компаний нефтегазового сектора Казахстана, которые непосредственно участвуют в разработке академических программ и вводят свои предметы в зависимости от профиля того или иного производства. И, конечно же, сегодня мы хотим с большим вдохновением сказать о том, что развитие нефтехимической отрасли приобретает новый виток в Казахстане. И такие заводы, как «Селена», «Бутадиен», «Петрокем», «КПИ», также локализируются в Атырау. И мы собрали круглый стол, где изучили потребности этих заводов, какие специальности, в каком количестве, как будут дела обстоять с корпоративными грантами. Мы знаем, что большое количество из государственного бюджета финансируются инженерные кадры, но без участия индустриальных наших производственных партнеров ни один специалист завтра не может быть востребован на рынке труда. Вы столько всего делаете, говорите об этом сейчас. Да. А интерес к этим специальностям среди абитуриентов есть? Он огромный. Интерес остается, он огромный. Мы от количества сейчас перешли уже к качеству. У нас студентов не так много, но мы обеспечиваем их 100% трудоустройство. Такие компании, как KPI, это крупный завод Казахстан Petrochemical Industries, Атырауский нефтеперерабатывающий завод, уже со второго курса принимают наших студентов на практику, тем самым в будущем, после 4-го курса, обеспечивая их рабочими местами. Почему мы трансформируемся в индустриальный? Потому что без сверки часов с индустрией, без сверки часов, какие компетенции необходимы будут нашим нефтегазодобывающим, нефтегазоперерабатывающим, нефтехимическим производствам, я считаю, что региональный вуз не может дальше развиваться. И, конечно же, мы автоматически решаем вопросы трудоустройством наших выпускников. И здесь я хотела бы отметить, что сейчас Министерством науки и высшего образования дается очень большой приоритет развитию зарубежных филиалов. Около 30 филиалов академических программ сегодня у нас в Казахстане уже присутствует. Study in Kazakhstan. У нас на базе нашего университета открыт филиал ведущего российского государственного университета нефти и газа имени Губкина по 3 основным направлениям. Я думаю, что нашим зрителям будет интересно узнать, что это сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов, нефтегазохранилищ, нефтегазовые технологии, геологическое моделирование природных резервуаров нефти и газа. Еще один маленький момент, который я не могу не отметить сегодня, это то, что университет будет располагать своим собственным большим индустриальным полигоном, который начал строиться на площади около 5 гектаров земли. Акционерное общество «Эмба-Мунайгаз» в режиме реального времени, где от скважины до бензоколонки наши студенты полностью вовлекаются в производственный процесс. И, наверное, здесь очень важно, что наше правительство, в частности, наше курирующее министерство, очень большое внимание отдает развитию региональных вузов, ну, в зависимости от специфики того или иного региона. Сегодня у нас в университете 23 программы бакалавриата, 7 программ магистратуры, 2 программы докторантуры, и они все нацелены на развитие компетенций в нефтегазовом секторе нашей страны. И тут мне еще коллеги до этого задавали вопрос, а какие еще специальности мы будем развивать? Конечно, новые специальности, они будут связаны с новыми направлениями на стыке с IT. Это и предиктивная аналитика, это и искусственный интеллект. И, конечно же, огромную на сегодняшний день популярность приобретают специальности, связанные с нефтехимией. Это химическая технология органических веществ. Все, что нужно сейчас, да, следуя веяниям времени, так сказать. Да. Спасибо вам большое за то, что присоединились к нашему эфиру. Гульзада Шакуликова, ректора Атырауского университета нефти и газа, была с нами на связи. Кадровый дефицит нарастает на казахстанских ТЭЦ. Сейчас в отрасли не хватает порядка 4500 энергетиков. Данные сообщили в профильной ассоциации. Основные причины – незаинтересованность молодежи к профессии тепловика, а также низкие зарплаты в этом секторе. Если не решать проблему, считают эксперты, то в будущем ремонтировать станции и содержать в исправном состоянии теплосети будет некому.
Полина Зачиналова расскажет подробнее. В этом столичном вузе готовят будущих электроэнергетиков и тепловиков. На последнюю специальность приходится 193 студента-бакалавриата. По словам преподавателя университета Михаила Жумагулова, абитуриенты чаще всего выбирают направления, связанные с электричеством. У поступающих сложились свои стереотипы. Им кажется, что теплоэнергетики не имеют никакого отношения к электричеству, хотя на самом деле это не так. Когда абитуриенты поступают, они думают, что синоним слова теплоэнергетика – это кочегар. На самом деле все не так однозначно. Касательно трудовых мест, как правило, у теплоэнергетиков проблем с трудоустройством не бывает, потому что, как уже я отмечал ранее, в 3 раза меньше в среднем по республике выпускается теплоэнергетиков. Студент 3-го курса университета Артем Кабулганиев о своем выборе не жалеет. Он будущий тепловик. Пары молодой человек посещает с большим интересом. По его словам, направление энергетики обширное. Пока я буду изучать курс энергетики, я буду сталкиваться абсолютно со всем. С электротехникой, с инженерным делом, с машиностроением, с металлургией. Я в любой момент могу оказаться в любой точке на карте. И мои навыки, мои знания и мой опыт – он будет везде бесценен, потому что я энергетик. Тем не менее, специальность теплоэнергетика в Казахстане остается непривлекательной. Это подтверждают цифры. В текущем году по данному направлению выделено 295 грантов. Из них освоено только 50%, сообщили в Минауке. Всего же вузы в 2023 выпустили только 378 дипломированных тепловиков. По данным Национальной палаты предпринимателей Атамикен, образовательной программы теплоэнергетика в 2023 году, трудоустройство также в среднем составило 89%. Но средняя, опять же, медианная зарплата вот, по данной программе в 2023 году составила около 2200 тенге. Поэтому на сегодня низкий уровень вот, оплаты зарплаты также является одним из основных причин. Вот низкие привлекательности отрасли для молодежи. О низких зарплатах в сфере теплоэнергетики говорит и председатель профильной ассоциации Талгат Тимирханов. По его мнению, скудный заработок тепловиков не позволяет ни привлечь новые кадры, ни удержать квалифицированных сотрудников. Проблему коллеги понимают. Мы сейчас, вот в прошлом году нам удалось скорректировать заработные платы, скорректировать тариф в части повышения заработных плат. Заработные платы в среднем по стране нам удалось увеличить до 25-30% в среднем по республике. Но на этом мы останавливаться, безусловно, не будем. Мы сейчас обсуждаем с Министерством национальной экономики, чтобы заработная плата была не ниже региональных показателей. Это, на наш взгляд, поможет снизить отток и сделать отрасль хоть немного, но привлекательной. По словам Тимирханова, сейчас в Министерстве нацэкономики обсуждают национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов. Он направлен на снижение износа инфраструктуры и теплосетей. Программа рассчитана на 5 лет, и для ее реализации требуются профильные кадры. Пока же в Казахстане не хватает около 4500 энергетиков. Полина Зачиналова, Дер Кандыбаев, Мурат Рипханов, 24 КИЗ. 431 миллиард долларов за последние 30 лет вложила иностранные компании в отечественную экономику. Приоритетными оказались добывающая, обрабатывающая и пищевая промышленности. По капиталовложению в Казахстан лидируют Нидерланды. Начиная с 2005 года королевство инвестировало более 120 миллиардов долларов в горнодобывающую промышленность и разработку карьеров. На втором месте расположились США – 53 миллиарда долларов. Денежные вливания американцев сосредоточены в основном в нефтегазовом, финансовом, а также страховом секторах, телекоммуникациях, энергетике и горнодобывающей индустрии. В тройке лидеров Швейцария – 35 миллиардов долларов. В приоритетной области многолетнего партнерства – сельское хозяйство, машиностроение и транспортно-логистическая сфера. На четвертом месте соседний Китай. Страна инвестировала в Казахстан 25,5 миллиардов долларов, в основном в горнодобывающую промышленность и торговлю. Россия замыкает топ-5 стран-инвесторов. Большая часть вложенного капитала сконцентрирована в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, в сфере оптовой и розничной торговли, в электроснабжении и строительстве. Это 24 КИЗ, прямой эфир.
Одежду почти на 65 миллиардов тенге произвели в Казахстане за 10 месяцев этого года. Это почти на 12% больше, чем в прошлом. Такие данные опубликовал Energyprom. Больше всего вещей выпустили в Шымкенте. Годовой рост там составил около 37%. В пятерке лидеров по выпуску продукции также Алматы, плюс 12,5%. Алматинская область почти 30%. Следом идет Астана. Здесь рост составил 60,5%. А вот в Карагандинской области, напротив, объем производства снизились на 12%. Когда-то Семей славился крупными промышленными предприятиями – обувной фабрикой, мясоконсервным комбинатом и кожевенным заводом. Теперь перед местными исполнительными органами поставили задачу возродить былое производство. Как это скажется на деятельности знаменитого некогда кожзавода, расскажет наш корреспондент Ботагоз Данныбаева. В конце октября президент Казахстана совершил государственный визит в Монголию, где стороны подписали ряд соглашений. В их числе обмен технологиями по переработке кожи и шерсти. Это важная договоренность, ведь сегодня в стране действует целых 9 кожевенных заводов. Один из них находится в Семее. Некогда заброшенное производство возродили несколько лет назад. Вот только сырье для комбината поставляют из других регионов страны. Потому что местные сельчане, применяя кустарные методы, попросту портят сырье. У нас складывается такое впечатление, что над снятием шкуры особо не заморачиваются. К ней относятся как к мусору, а не как к сырью. Оставляют порезы. Их мы винить тоже не можем. Если бы за шкуру хорошо платили, то и они работали бы аккуратнее. Другой вопрос – сохранить шкуру. Для этого ее нужно хорошо посолить. Но и здесь допускают нарушения, потому что соль дорогая. Практически то же самое нам сказали и местные фермеры. Оказывается, шкура одного быка стоит всего лишь 500 тенге. Получается, что засолить кожу животного, да еще и отвезти его в город, выходит дороже, чем оплата за такой труд. Поэтому после забоя шкуру попросту утилизируют. Проблему может решить строительство убойного пункта. Если цех будет, то нам будет легче подгонять под хорошие стандарты качества, да? То есть это там уже и забой, и выделка шкуры первичная даже хотя бы, да, вот это снятие воздухом, тем же самым можно снимать, и качество уже на другом уровне будет. Поэтому, я думаю, за нее и можно будет просить другие деньги. В областном управлении сельского хозяйства выход видят в поставках сырья для завода с нового мясокомбината. И это может стать реальностью уже в ближайшем будущем. Рядом с Симпалатинском в селе Чекаман строится крупнейший мясокомбинат, и вся шкурная продукция, сырье, шкуры будут поступать на этот Симпалатинский кожзавод. Мы надеемся, что и мясокомбинат, и кожзавод, если заработают, это будет огромная помощь крестьянам в сбытии своей продукции. Отметим, сегодня в области Абай работают 15 убойных пунктов и 72 убойные площадки. Их деятельность для кожевенных заводов очень важна, поскольку для сырья годится шкура, снятая только промышленным способом. Поэтому вопрос увеличения количества таких площадок будет подниматься и в дальнейшем. Ботагөз Дандыбаева, Медет Умерханов, 24 КИЗ, область Абай. Текстильная промышленность является источником 10% всех выбросов парниковых газов в мире. К 2050-му показатель может достичь 26%. Поэтому в разных странах на законодательном уровне пытаются остановить эпидемию быстрой моды. Проблему изучила корреспондент Сандугаш Байгуаныш. Текстильные фабрики ежегодно суммарно выбрасывают в атмосферу около миллиарда тонн парниковых газов. Это больше, чем от всех международных авиаперелетов и судоходств вместе взятых. В год на каждого жителя Земли приходится 20 новых предметов текстиля и обуви. Всего получается около 150 миллиардов вещей. Такую цифру приводит международная консалтинговая компания McKinsey. Большинство ненужной одежды в будущем отправляется на свалки. Одна из крупнейших в мире расположена в пустыне Атакама в Чили. Там собралось около 60 тысяч тонн старых вещей из Европы, Азии и Северной Америки.
Жители Чехии ежегодно производят около 120 тысяч тонн текстильных отходов, что сопоставимо с весом нескольких Эйфелевых башен. Затем более 80% старой одежды попадает в смешанный мусор, где загрязняется и становится непригодным для переработки. В результате ценный текстиль отправляется на свалки. Поэтому власти Чехии решили с нового года ввести обязательный сбор на переработку с покупок одежды. Сумму налога пока не установили. Известно, что его добавят в общую стоимость товара. Подобная плата в Чехии уже существует при покупке бытовой техники. Она варьируется от 4 крон за мобильные телефоны до 300 крон за холодильники. Франция на национальном уровне принимает закон, который коснется и производителей массовой одежды по низким ценам. По статистике, пару десятилетий назад средний житель страны покупал за год 30 вещей, что в принципе немало, а теперь потребительская корзина выросла до почти полусотни предметов одежды. Остановить эпидемию моды французские власти решили введением штрафов. Его размер составит до 10 евро за каждую проданную вещь или 50% от стоимости покупки. Платить будут производители или продавцы массовой одежды. Таким образом, власти хотят компенсировать негативное воздействие текстильной индустрии на окружающую среду. Среди прочих мер хотят запретить рекламу такой продукции. Законопроект уже одобрен Нижней палатой парламента Франции. Документ должен пройти в Сенате. Власти американского штата Калифорния тоже рассматривают введение закона против быстрой моды. Документ обязывает компании, производящие одежду, внедрять систему утилизации вещей. Соответствующее постановление подписал губернатор штата Гэвин Ньюсом. Закон начнет работать с 2028 года. В США за последние 20 лет объем текстильных отходов удвоился и составил более 15 миллионов тонн ежегодно. Причем большинство старой одежды в итоге оказывается на свалках. Гниющие волокна выщелачивают красители и химикаты в грунтовые воды и почву, а также выделяют метан в атмосферу. Сандугаш Байгуаныш, 24KZ. Продолжаем выпуск. Новую школу на 150 мест построят в селе Жамансора Кызылкугинского района Тарауской области. Ее возведут за счет возвращенных государству незаконно приобретенных активов. Правительство приняло решение о выделении 2 миллиардов тенге из специального государственного фонда. В поселке Жамансор есть только начальная школа на 60 мест. Но после окончания 4 класса родители вынуждены отдавать детей в школу-интернат в Макатский район. В нашей школе обучаются 34 ребенка. 17 из них – ученики начальной школы. В подготовительном классе 15 человек. Строительству новой школы рад не только педагогический коллектив, но и все жители поселка Жамансор. У нас работает только начальная школа. После ее окончания дети вынуждены уезжать учиться в близлежащие районы. Новость о строительстве неполной средней школы, где дети будут учиться до 9 класса, для нас огромная радость. По решению правительства за счет возвращенных активов также построят спорткомплексы в Зеренде и Аркалыке, специальный детский сад для особенных детей в Актобе, музыкальную школу в селе Темирлан Туркестанской области. В Астане появится реабилитационный центр для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В Алматы – тренировочный центр для людей с особыми потребностями. А в Ридере завершат строительство многопрофильного больничного комплекса. В Турции с успехом прошла премьера спектакля «Адасхан Жулдыз», что в переводе означает «заблудившаяся звезда». Пьеса Нургали Ораза затрагивает важные социальные проблемы. Благодаря мастерству актеров спектакль оставил глубокие впечатления у зрителей. Подробнее о премьере в материале моих коллег. Спектакль «Адасхан Жулдыз» завоевал сердца турецких зрителей. Автором пьесы выступил известный писатель и драматург Нургали Ораз. Произведение привлекло внимание художественного руководителя театра «Трабзон» Нижати Зингина, который решил поставить его на турецкой сцене. Спектакль исполнили местные актеры, успешно передавшие атмосферу произведения. Международная организация «Тюрксой» ежегодно издает сборник театральных произведений тюркского мира. Я прочитал пьесу и был впечатлен. В произведении рассказывается об экономическом положении людей в Казахстане в период начала независимости, а также об отношении к искусству и культуре. Несколько месяцев идею держал в голове, затем были переговоры с автором, и вот теперь спектакль готов. Произведение Нургали Ораза на турецкий язык перевел известный общественный деятель Малик Отарбаев. Произведение затронуты социальные вопросы и трудности на пути к мечте. Сам писатель признается, что одной из главных задач его работы было показать на сцене реальную жизнь.
Для меня это, конечно, тоже стало неожиданностью. Но здорово, что пьеса была переведена на турецкий язык и вышла на международную сцену. Мы дали свое согласие и все это время поддерживали связь с создателями спектакля. А сегодня уже премьера. Постановку зрители приняли тепло, собрав полный зал. На сцене кипела жизнь. Публика вместе с героями сопереживали происходящему. Впрочем, те, кто не успел на премьеру, смогут посмотреть спектакль. Адаскан Жулдуз будет проходить в Турции до мая. Дана Ермак, Мируэрт Ханагат, 24 КЗ.